Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь. Сегодня у нас битва замков, сегодня выходит очередное видео про любимого пельмени. Про пельмени не забывайте, накладывайте себе что-нибудь покушать. Но единственное, перед вами я, конечно, сейчас накосячу, потому что видео постараюсь сделать именно коротким. Откроем ништяки, каких-то героев распакуем, каких-то героев прокачаем. А, нет! Нет, ребята, нет! Нет, я знаю, чем мы сегодня будем заниматься. Мы откроем ништяки, конечно же, да, распакуем героев, но пойдем какие-то локации штурмовать, ломать, разграблять. Вот это вот все. 71 тысяча силы уже на пельмени, друзья, прокачивал на стриме, потратил. А, лайк княжеский поставь. И не забудь про плейлист. Возможно, это какой-то выпуск про аккаунт, который я с нуля развиваю, друзья, без доната. Вот, заходим, смотрим, да, все честно, без доната. Вот как бы. И еще сегодня будем людей кикать. Короче, прям куча мыслей. Блин, походу, у меня опять не получится видео как-то коротким сделать. Но ничего страшного, да. А потом я постараюсь выпустить сегодня видео с роллингом. Я надеюсь, вы тоже посмотрите. А то, елки-палки, вроде ждете роллингов, но при этом никто не смотрит. И так. Также приходите в 8 вечера на стрим. Опять же, постараюсь 8, не в 9 и не в 10, а в 8 запустить стрим. Сегодня у нас там GTA RP. Вот, будем пытаться там делать, грубо говоря, события, то есть воевать. Там, короче, семейные какие-то разборки, какие-то места, какие-то ресурсы будем искать. Вот это вот все. Надеюсь, будет интересно. Жду вас, ребята, сегодня на стриме. И кто хочет со мной играть в GTA RP на проекте, ссылка есть в описании. Переходим, качаем. Ну, главное, чтобы у вас GTA была, да, но она сейчас стоит недорого. Качаем GTA-шку, переходим по ссылке в описании, регистрируемся, заходим на сервер, там даже вам бабулесов дадут, когда вы 5 уровень прокачаете, если вы по моей ссылке пройдете. Примем вас в семью, обеспечим, машины будут, все будет по красоте. Муа, вот так вот. Ладно, полетели. Что у нас получается? Так, аккаунт, пельмень, бесплатная попытка, давай нам легендарного героя. Но... Нет, ладно, все, успокойся, это наркомания, будем копить. Начнем с того, что будем исключать людей из гильдии. Прошла у нас битва гильдий. Смотри, рейтинг гильдии, да? Мы, как обычно, заняли первое место. По поводу вступления, ребзя, я не занимаюсь набором в гильдию, не занимаюсь. Занимаются ребята, просто прапор через телеграм и дудукс. Набираем игроков в пределах 71-81 тысячи, да? Набираем игроков, которые создали аккаунт позже, чем мой, да? Ну, возможно, скоро этот момент поменяем, но будем смотреть. И, конечно же, набираем именно бездонатных игроков. Идем в топ, ребята, хотим вывести гильдию в топ, и чтобы она была бездонатная. Пока что мы на 905 месте. Вот, так что, если что, вступайте. Там, понимаете, место... Как обычно, возможно, и не будет, но вы можете подождать, если вы адекватный чувак, я думаю, будет все хорошо, потому что постоянно будем исключать ребят, которые там неактивно играют, которые не качают силу, которые не проходят битву гильдии. Вот сегодня я исключу, наверное, только четверых, тех, кто ниже меня, да, набил там 1000, но это мало. Но как бы исключать не буду, да, тех, кто ниже меня набил на битве гильдии, ну, как бы... Хотя я проходил битву гильдии, когда у меня было вроде бы 60 тысяч силы. Посмотрите там прошлые видосы, да, как бы при 70 тысячах силы, вот сейчас мне показывает 71 тысяча силы, я бы набил бы намного больше. Так, что у нас получается? Я не понимаю, почему Дарк не прошел битву гильдии, вроде старался, вроде бы качал силу, 131 тысяча силы, а на битву гильдии забил болт. Это нехорошо, исключаем игрока. Ну, жесткие правила у нашей гильдии, друзья. Так, Дарк, 131 тысяча. Участник управления. Дарк, 131 тысяча силы. Сейчас мы тебя, дружище, найдем. Так, до свидания. Ну, ребят, надо проходить битву гильдии. Без этого никуда. Дальше. События. Битва гильдии. Рейтинг гильдии. Дальше. Дарк исключили. ОЕТХ. 66 тысяч силы. ОЕТХ. События. ОЕТХ. Участник. ОЕТХ, сейчас мы тебя найдем, ОЕТХ, а вот ты где. Так, управление, ОЕТХ, да, выгнать, бабам. Так, дальше, события, ну и как бы тех, кого я сейчас не буду исключать, вы постарайтесь на следующей битве гильдии, ребята, постараться, потому что как бы...
Ну такое. Алибор 760 только набил. Но это пипец. Это или там все попытки надо было слить, или какие-то попытки по-любому просто не прошел. Так тоже не покатят, ребята. Алибор, хаб гильдии, участник. Алибор. Так, до свидания. Блин, причем 40 тысяч КГ закинул гильдию. Ну, чувак, уж извините. Ну, типа, я не понимаю, как можно хуже проходить битвы гильдии, чем у меня, чем я прохожу. То, что я не могу позволить много времени тратить на аккаунт. Да, я там видосы пилю и прочее. И как бы и героев у меня там супер имбовых нету. Ну, какие-то уже появились, но они не прокачанные. Так, управление, алибор, исключение, выгнать. Дальше, события, битвы. Да, да, ребята, это жестоко. Если вы хотите вступить в нашу гильдию, то вы должны здесь бомбить. Так, события, битва гильдии, рейтинг гильдии. Так, алибора, ХМЖВ, давай сейчас. Участник, управление, ХМЖВ. Все, исключаем, выгнать. Дальше, и кто у нас вообще там первые места на битве гильдии занимает, а? Вот мне прям интересно. Первые места у нас Джи Буми. Красавчик. Уже 2000 набивает. Резолв, беда. Вот, а вот, кстати, очень жалко. Вот реально ответственный парень. Вот беда, да? А он, смотри, второе место на битве гильдии занял. Точно, но он написал, что он выходит из гильдии, потому что не хочет ребят подставлять, потому что у него сейчас запара на работе. У него не будет времени, скажем так, играть, там, качаться и так далее. То есть, вот. Ну, все равно молодец. Я не знаю, может, с ним поговорить. Короче, ну, как-то он там эти время перетерпит. Ладно, посмотрим. Это уже отдельный разговор у меня с ним личный. Так. Смотрите дальше. Что мы делаем? Бесплатную попытку смотреть будем? Наверное, не будем. Сюда зимние радости. Надо зимние радости не забывать заходить хотя бы пару раз в день. Ну, по крайней мере, для бездонатных аккаунтов очень важно получить вот эти вот 100 золота, 100 маны. Это прям очень важно, друзья. Тут, кстати, нормально самиков можно срубить. Ну, вот эту карточку хотя бы получить. Я думаю, что у меня, наверное, не получится все забрать, да, сколько тут дней эта акция будет длиться. Правило с 3 июля по 10 июля. Осталось, грубо говоря, 4 дня. 4 дня, блин, наверное, все это забрать. Да, все это забрать не получится, к сожалению. Могли бы и побольше дней дать. Ну, что-то хотя бы заберу. Но я не могу каждые 6 часов заходить, елки-палки. Магическая рулетка. Они дадут еще попытку паролить? Да. Да, ребята, и что дадут? Да! Да, ёпта! Да! Да, деточка, ёпта. Я даже тут заскриню эту штуку. Вот, пускай будет скрин, потом на заставку поставлю. Да, деточка, да. Опа-на. Опа-опа-опа-на. Опа, Гангман стайл. Да, что-то у меня не получается видос на 10 минут записать. Ладно. Смотри, у меня 4 карточки, вот реально вот всем бездонатным аккаунтам повезло, вот начальным, да, кто в нашей движухе это всей, смотри, 1000 лайков-то наберем, да, княжеский лайк не забудь поставить, смотри фишку, ну, с фонтана желаний падает, да, рано или поздно, я надеюсь, я сейчас стрелка выбью там или Ронина, или ворожея, давай, пожелайте мне удачи, бац, Ронина выбил, но стрелка не получается. Так, сундук гильдии открываем. Дальше. Это лава. Окей, ну такое себе. Это что? Тоже такое себе. Тут лава 2. Такое себе. Так, это мы тоже забираем. Вот. Так, тут. Ну, книжки, коробки. Давай, коробочки упали, 5 штук. А книжек не упало. И что мы отсюда можем... А отсюда мы можем словить, ребятушки, имбу. Отсюда мы можем словить имбу. Вряд ли, конечно, получится. Я не надеюсь на Космо и на Феникса. Ну, блин, ну давай попробуем, елки-палки. Вдруг повезет. А? Кулачки держим за меня, друзья. Но!
Сука. Сука. Ой, блин, ну зато зари, подожди. Вот мы сейчас всех этих героев распакуем, ёпта. Всех этих героев распакуем. Единственное, да, сила у меня там бустится. Как бы за пределы хорошо было бы кровавую Мэри забрать. Ну ладно. Ну ладно. Пока что этих всех героев откроем. Дальше будет видно. Ну, как бы надо прокачивать. Но мы идем в топ, ребят. Мы идем в топ, не знаю. Вот. Ой, кто-то, я забыл контакт отключить, извиняюсь. Ёлки-палки, сколько у меня там героев-то прибавилось. Ох ты ж, душегуб и фея. Так, самоцветы улетают прям вообще по-жесткому. Ну-ка, герои, давай. Ну, одержимый появился, это мне его дали там за эти прохождения, там, лава-не лава, вот это вот все. Малыш Ник у нас, это уже идет повторка, по сути. Дальше, хранитель, тоже, по сути, повторка. Блин, конечно, было бы интересно открывать только тех героев, которых не было. Да, поначалу. И допами заняться тогда, когда уже совсем скучно. Ну ладно, капитан Рогатка. Пускай будет. Так, Ронин. Вот Ронин, это неплохо. Но как бы битву гильдии я все равно не Ронином прохожу. Но он потом в любом случае мне, мне ребята, пригодится. А, так, далее. Что хотелось бы отметить? Что у меня тут теперь? 46 героев. 46 героев. Давай тут... Надо их все прокачать на 140 уровень и на 5 умение. А, ну и как бы... Ой, я думал, там может каменка нормальная. Вот. Ну и как бы потом уже нужных героев выцеплять и, грубо говоря, прокачивать. Так, все, есть 5 умение. Сейчас просто легко долбанем немножко силы, друзья. Так, опа. Опа, потому что, ну, хочется больше очков на битве гильдии, понимаете? Хочется больше очков на битве гильдии. Ну, причем на битве гильдии у нас, считай, первые места постоянно. Так, 120-й. Так, ну и 140-й. Бац, и... Что-то как-то не особо силы у нас прибавилось. Что-то вроде у нас... А, вроде у меня 71 тысяча силы была. Ну ладно, ладно. Это мне, я не знаю, на стримах буду сидеть ковырять. На стримах на Твиче, на стримах по БЗ на Ютубе буду сидеть ковырять. Вот так вот допов качать. Вот, но сейчас... Но сейчас у меня же появилась суперкоманда. У меня же какие-то герои все-таки как-то да подкачались. Вот, это значит, что мы можем пойти в древние испытания, испытать свою удачу. В древнем испытании испытать свою удачу, а? Масло масляное у нас получилось. Так, надо просветики не забывать качать. Окей. Волну запустить. Вот, ну вот по-всякому. Да, тут у нас уже стоят более-менее крутые герои. Давай-ка расстановку поставим. Нет. А, это надо восстановить, и тогда потом сохранить. Ладно, восстановить. И Зари, видишь, сколько у меня зданий прибавилось? Это вымораживающая фигня. Я бы хотел бы, грубо говоря, сохранить. Ну ладно. Ну тут не так много. Тут не так много. Вот единственное, эти гребаные заборы делать. Так, убрать. 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 И потом перейдем в нашу невероятно боевую расстановку. Там, если, конечно, это можно назвать расстановкой, друзья. Так. Есть. А, так, и давай ставим. Раз. Провели. Ставим, провели. Ставим, провели. Так, у нас тотем появился, который, в который я, кстати говоря, еще до сих пор никого не засунул. Ну и тут можно уже. Тут можно уже спокойно ставить эти бомбочки. Которые по факту сейчас, ну, они реально бесполезны. А раньше, конечно, это было жесткое жогово. Это было жестким жогово, ребята. Раньше бомбочки, не дай бог, там где-то на базе попадешь. Так, сохранили. Теперь смотри, вот эта вот расстановка у нас. Так называемая боевая. Сейчас просто накидаем. Потом, конечно, нужно будет постараться сделать ее нормальной. Но сейчас просто вот как есть накидаем. Да? Как говорится, умеем. Как умеем, так и обосремся. Бомбочки тут. Тотемы. Все, поставили. Сохранить в облаке. Да.
Все, у нас готово. Зарядут сразу. Бегут солдатики. А первое, что я хотел бы проверить, это пройду ли я следующую волну. Да, хотя, наверное, нет, потому что герои как были первые эволюции, так и остались, просто добавились другие. Как не было талантов, так и нет. А проверить, смогу ли я там пройти жестокое, да, потому что я там встал в одно. И посмотрим, что у нас происходит в древнем испытании. Такая, знаете, проверка. Давай, полетели, волна Джей. Ну и можем ускорять. Вот, тыква даже там кого-то разогнала. J1 волна. Смотри, даже здание целое. Так. Ну, слушай, пока что хорошо идем. Тыква заряжена. Главное, шапки не дать включиться. И тогда будет хорошо. Но у нас Ануб появился. Даже непрокачанный Ануб, он все равно что-то да, как-то поможет, сделает. Слушай, мы пройдем. Вот, J5 волна. Я уверен, более чем я уверен, что пройдем. У меня все герои целые, здания все целые. Так что париться тут нечего. А, да, тут босс идет. Тут выступает Анубис. Опа, как он сразу тут долбанул. Почти всех вырубил. Ну и сейчас босса добьем. Изи. Изи. Давай дальше. Ну тогда волна К. Ускоряем. Это все равно видео на 20 минут получится. Так, ускоряем, 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 ускоряем. Посмотрим, посмотрим, в какую волну мы упремся. Или уже древние испытания и подземки перенести на следующие видосы. Да, там будем кого-то подкачивать, кем-то там заниматься. Но тут конкретно, да, мы можем вылететь по зданиям. Ну, опять же, герои стоят. Герои стоят, ну и как бы седна в пачке появилась, это тоже плюс. Две башни у нас осталось и несколько таблеток. К4 волна. Ну, как бы, если здание не ушатает, то все хорошо. Ну, в принципе, да, зашли с нужной стороны. Да, мы прошли волну. Отлично. Давай волна L. Они, по сути, легкие. Давай ускоряем. Это, считай, герои без эволюции. Долбанули, нормально. Летим дальше. Шамана добьют. Замечательно. Я думаю, да, наверное. Хотя тут и героев могут долбануть на самом. А, ну сейчас легкие пошли, позари. Даже, по сути, легендарные герои не идут. Это сейчас пошли, это перечень легких волн пошел. Я помню, там какая-то неадекватная херня, что, помню, новые волны вводили, и там целая куча волн, они стали аж слабее предыдущих. Мы их легко проходили, и потом в какие-то определенные, грубо говоря, упирались. Так, L5 волна. Изи, изи, изи. Главное, чтобы здания были. Да, все, прошли. Там, по сути, нормальных босаков нет ничего. Вот М волна. Вот первые сложности это на волне О, если не ошибаюсь. Ну, если меня память не подводит. Так. За окном у меня там ворона каркает. Идем дальше. Замечательно. Не останавливаемся. Так. Ну и чё? А, блин, завис один этот говномес. А, ну радует, что он добьет ратушу. И все, его как бы добьют. М2, давай дальше. Летим, грубо говоря, не останавливаемся. Так, есть. Летим, не останавливаемся. Есть. Так, у меня дочка пришла с танцев, надо идти встречать. М5 волну, изи прохожу. Нормально, нормально. Так, ну чё, волна N. Волна N, по идее, теоретически мы ее еще должны пройти. Я тут, смотри, тут уже легендарки вперемешку пошли с элитными простыми героями. Так, тут толпа наяривает. Нормально. Не останавливаемся. N3 волна. Ну, пройду, пройду, пройду. А вот волна О, там уже, наверное, досвидули. Потому что волна О, помню, была сложной. А у нас тут, ёлки-палки, даже эволюции нету. Так, и здесь здание не потеряем. Все, изи. Тут, смотрите, два дракончика выходят. И мы их просто расчехляем по полной программе. Ну, давай волна О.
Посмотрим, что из этого получится. Хотя, опять же, тут все равно элитные герои идут. Может быть, просто на волне О впервые там босс какой-то нормальный выходит. Дядька с мотыгой. Не знаю, не знаю. Да, блин, Саша хотел короткое видео записать. Получилось, как обычно, 20 минут. Давай. Да, тут я могу просто здание. У меня здания могут все откиснуться, если сейчас не повезет. Да, и что-то пока что не в мою сторону все складывается. Ой, и посмотри, бог грома таблетки вырубил, божечки. О5. Да, видишь? Видишь, уже дядька с мотыгой идет. Но вроде они идут с правильной стороны. Да, Анубис включился. Мы тут всю мелочь растараканили. Если дядька с мотыгой тут нас не ушатает. Вот. Ну а! Смотри, вот в чем прикол. Он сейчас упрется в Анубиса, а остальные герои до него не достают. Хотя Анубис его шатает, мое почтение. Вы посмотрите. Он ушатал один Анубис этого дядьку с мотыгой. Елки-палки. А, значит. Ну не знаю, ну ладно, продолжаем. Давай посмотрим, где предел. Где предел будет. Посмотрим. Давайте до первого проигрыша идем. Здание вышатывает. Да, все-таки Анубис, конечно, жестко помогает, потому что, может быть, реально здание ушатывали бы. А Анубис, считай, и силу, ну, то есть атаку у врагов уменьшает. И плюс всю эту мелочь тараканистую вырубает, на которую нам пришлось бы тратить больше времени. Волна P5. И, в принципе, здание ушатать не должны. Нормально, Анубис тут рубит. Давай. Да, деточка, просто вместе с тыквой там. Изи. Сколько мы тут за раз... Вот Q, наверное, точно будет сложное. Давай, полетели. Хотя, опять же, тут и элитки выбегают. Анубис разносят. Видишь, был бы прорыв на Анубисе. Не прорыв, а просвет. Нормальный. То мы бы ему... У меня вроде эмблема пятого воодушевления, если не ошибаюсь. Да, у меня есть уже на аккаунте эмблема пятого воодушевления. И я бы просто ему поставил бы, и он бы тут рубил бы всех, как пчелка. Хотя, смотрите, Анубиса убили. А нет, он жив. Он жив. Вот ну, про здание я сказать такого же не могу. Но, тем не менее, до Q5 волны дошли. Если башню не вырубят, то нормально будет. Давай. Тыква разгоняет. Тыкву убили, походу. Ну, а нет, нормально. Просто всех под разгоном вырубили. Господи. Это что-то сумасшедшее. Давай, волна R. Я что-то не думал, что это все так затянется. Волна R. Смотрите, говно-расстановка, да? Смотри, как все прохожу. А раньше были времена, раньше было лучше. Там, не дай бог, ты заборчик где-то не там поставишь. Неправильно расстановку построишь, хер ты эту волну пройдешь. Вот. Сейчас, как вы видите, все намного проще. Реально, намного проще. Знаешь, эти волны легко-легко... Ой, здание вырубили. Ну ладно, здание, это понятно как бы. Ничего страшного. Ну, дошли до R-волны, это круто. А сейчас как бы все волны легкие-легкие-легкие, и потом бац, какие-то волна последние, предпоследние, все, ты там трахаешься. Ну что, на этом все. Кому понравилось видео, не забываем подписаться и поставить свой княжеский лайк. Я пойду пилить для вас роллинг. Надеюсь, вы посмотрите, и жду вас всех сегодня на стриме. Всем пока.